Привет, мои дорогие! В этом видео я расскажу о продвижении второй картины совместного проекта «Море. Таежная речка». Со времени первого видео прошло 4 дня, и разница в продвижении заметна. Вот так выглядела моя картина 4 дня назад. Это немного небо. Этот кусок я вышивала без пялец, так как были только круглые, а мне не хотелось оставлять следы на канве. И позавчера мне купили раму гамма в Леонардо размером 22 на 22 сантиметра. Но она для моей картины не подошла, потому что у нее размер канвы был 25 на 30 и даже по длине. Пазы должны в прищепках попадать на канву, как бы фиксируя ее, а мне не хватило буквально сантиметра, поэтому канва все время выскакивает и провисает. По качеству рама вроде бы хорошая, но мне не с чем сравнить, так как в Леонардо представлены рамы только этой фирмы. Канву для этой работы я расчерчивала карандашом для ткани голубым, потому что маркер розовый исчез буквально через 3 часа. Вот даже на фотографии заметны слегка розовые точки от маркера. Вчера я немного повышивала на даче. Вот фото с моей дачи. Красивые деревья. Там я убедилась, что крутить рамку туда-сюда неудобно. Поэтому я решила вышивать без нее. Вот на данный момент столько я вышила. Уже видны верхушки сосен в тайге. И более широкий градиент на небе. Также хочу показать вам, как выглядят мои крестики. Я не стремлюсь к идеальным крестикам, но в данной работе они получаются достаточно ровные сами по себе. И в конце хочу показать вам немного моих кошек, кота и кошку. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду рада новым подписчикам, а также посмотреть ваши новые работы и продвижение старых работ. Пока.